Ремонт в Введенской школе идет в соответствии с графиком. Работы на личном контроле держит глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. В ходе очередной инспекции он вместе с родителями и общественниками оценил степень строительной готовности объекта. На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. Для ускорения работ, помимо генподрядной организации, привлечены два субподрядчика. Капремонт планируется завершить к началу учебного года. Также по поручению Андрея Иванова началась проработка проекта благоустройства школьной территории и уличного спортивного ядра. Ранее эти объемы не входили в муниципальный контракт. Их профинансируют из муниципального бюджета.